сказать, что ради этого, ради вот этой вот панорамы, которую вам показать захотелось мне, прям вообще этот сел, и я поэтому бац и посмотрела направо. Ради этой панорамы можно было вот отсюда спуститься, минуя всяких огромных паучищ, которые наставили ловушек. Видите, как хорошо, никогда я вам так не показывал. Жалко, камеры вот я не взяла, но тяжело ее таскать, потому что так сумочку взяла, набила вон. Прохладно было джинсовками. Джинсовкой. Ну вот, панорама города. Это все вот наша сторона заречная, мост, междуречье, город, и там еще спутник, и все, идет уже Рубахино, там Мельничный, поселки. Вот, показываю вам. Красотища, да? Вообще. На самой верхушке, конечно, там вид еще лучше. Но вот эту сторону там не видно на верхушке. Но зато ту сторону видно. Ну, короче говоря, всегда есть и плюс, и минус, как говорится. Черное и белое. Выбираю на вкус. Какая тут тропинка, это просто вода стекает. Шишки вон одни сплошные. А этот баронесс, представляете, что натворил? Он в грязной-грязной луже несколько раз, видите, поросенок какой? Несколько раз в грязной луже искупался там в лесу. Ну, я потом нашла чистую лужу, позвала его, он просто прошелся по ней, но барахтаться уже не стал. Так что надо идти к речке. Сейчас посмотрю, если не выдрали землянику, может, немножко насобираем. Фу, где брали в прошлый раз. Нет, тут, видимо, грибники ходят, скорее всего. Что немножко вытоптали. Вот. А потом пойдем к речке, потому что ему надо искупаться. Он такой хрюндя. Хрюндинная. Палочку-то я забыла, хотела палочку. Ай, бросила. Ладно. Так. Надо земляники еще шуровать. Реку.